Итак, следующий вопрос звучит так. Если поместить растение корнями в подсоленную воду, то через некоторое время оно завянет. Объясните, почему? Итак, начнем разбирать. Поскольку ответов не последовало, будем разбирать полностью вопрос. Если поместить растение корнями в подсоленную воду, то через некоторое время растение завянет. Это объясняется тем, что растение не будет всасывать воду, так как вода идет путем диффузии из области высокой концентрации в область низкой концентрации. Ника ответила правильно, но, так сказать, более свернуто. Должно быть несколько пунктов, вариантов на этот ответ. Итак, продолжим. То есть вода из области высокой концентрации перейдет в область низкой концентрации. А тут концентрация в растворе будет выше, чем в клетках корня. Вода всасываться не будет, листья продолжают испарять воду, поэтому растение быстро засохнет. То есть, получается, ответ поясняем тем, что концентрация солей в растении ниже их концентрации в растворе. Ниже концентрации в растворе. А второе, это вода из растений будет просачиваться в почву за счет осмоса, то есть за счет прохождения как раз солей. Из-за недостатка воды растение завянет. А у нас прозвучал вопрос, натрий-калиевый баланс нарушен? Получается, что да, так как концентрация солей, натрия и калия в воде, в которую помещено растение, будет намного выше, чем концентрация солей, натрия и калия в корнях, в клетках корня. И из-за этого вода из клеток корня будет переходить в раствор, и всасывание воды не будет происходить. Следующий вопрос. Каковы особенности строения и жизнедеятельности мхов? На это дается тоже ровно минута, чтобы ответить. Это гаметофит. Размножается спорами, имеет ризоиды, не имеет цветков. То есть получается, что все перечисленные выше ответы правильные, так как мхи относятся как бы к высшим растениям, но к высшим простейшим растениям, то есть и поэтому у них нету цветков, то есть у мхов и проводящей системы. Также нет корней, но есть ризоиды. У мхообразных, как у всех остальных высших растений, имеются дифференцированные органы и ткани. В отличие от водорослей, мхообразные имеют стебли и листья, а органы размножения многоклеточные. Оплодотворение мхообразных также связано с водой, и в ее отсутствии не может осуществляться. Мхи отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный, то есть с одинарным набором хромосом гаметофит, половое поколение преобладает над диплоидным спорофитом или бесполая стадия жизненного цикла. Размножаются спорами. Следующий вопрос. Объясните, почему для выращивания бобовых растений не требуется подкормка азотными удобрениями? На данный ответ минута. Азотофиксирующие бактерии. Имеются азотофиксирующие бактерии. То есть это получается, что бобовые растения вступают в симбиоз с бактериями из рода ризобиум. Эти бактерии через корневые волоски проникают в эпидерму корня, то есть в покровную ткань корня. Там они начинают размножаться и образуют бактериальную ткань. В результате снаружи корня мы видим бугорок, в котором находятся данные бактерии. Бактерии, вступая в симбиоз, берут из растения воду и минеральные вещества, то есть в корень приходит всасывание воды и минеральных веществ, которые бактерии используют для своей жизнедеятельности. И бактерии как бы взамен на это растение усваивают атмосферный азот и переводят его в доступные для растений формы, то есть это нитраты и нитриты.